Всем привет! Продолжаем рассматривать работы скульпторов, художников. Марцелиус Коферман. Воскресенье Господне. После 1485 года дерево. Воскресенье Спасителя случилось на третий день после погребения, о чем поведали все четыре Евангелия. Однако в них не рассказывается о земных свидетелях этого. Поэтому данный сюжет изображался в искусстве периода Ars Nova. В истории утвердилось условное название «Северное Возрождение», так как в представленной композиции. Христос, восставший из гроба, держит в руках древко с белым полотнищем, с начертанным на нем красным крестом, символом победы над смертью. Римских воинов, оставленных охранять гробницу, мистическое действие повергает в ужас. У северных художников Иисус обычно парит в воздухе. А в итальянской традиции он изображается стоящим в саркофаге или выходящим из него. Здесь перед зрителем пример совмещения типов. Коферманс часто пользовался как образцами композициями великих немцев Альбрехта Дюрера, Мартина Шангауэра. Именно произведение Шангауэра, исполненное на медной панели, он и скопировал. Ну вот такое описание нашел в интернете к работе Марцелиуса Кофермана «Воскресенье Господне». Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.